Утверждает, что два Господа, Нитай Гора Чандра, Господь Нитай и Господь Читания, очень милостивы, Парама Каруна, Саба Аватара, Сара Широмани. Аватара означает воплощение, а Саба – все. Они олицетворяют собой сущность всех воплощений. Особенностью же этих двух воплощений является то, что предложенный ими метод самосознания приносит одну лишь радость – Кевала Ананда Канда. Ибо они призывали просто петь и танцевать. Есть много других воплощений, таких, например, как Господь Рама или Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, изучение которой требует знания и глубокого проникновения в суть вопроса. Но Господь Чайтанья Нитьянанда
предложили метод, практика которого приносит только радость. Нужно просто петь и танцевать. Поэтому Лачана Дас обращается ко всем. Баджа-баджа-бай, Чайтанья Нитай. Дорогой брат, прошу тебя, просто поклоняйся Господу Чайтанье и Нитянанде с твердой верой. Не думайте, что не достигнете желанной цели, если будете просто петь и танцевать. Вы обязательно достигнете ее. Господь Чайтанья Махапрабху заверяет, что с помощью этого метода можно достичь полного совершенства. Поэтому нужно петь с твердой верой в сердце, Вишваса Кори. Так в чем же заключается этот метод? Вишая Чария Сараса Маджия. Тот, кто хочет с помощью этого метода обрести сознание Кришны, не должен предаваться чувственным наслаждениям. Это единственное ограничение. Если человек перестанет удовлетворять свои чувства, он непременно достигнет цели. Мукхе Боло Хари Хари. Нужно оставить стремление удовлетворять свои чувства и просто петь Хари Кришна, Хари Хари. Деко Ори Бай Трибувани Най. Лачана Дас Такур говорит: дорогой брат, просто попробуй и испытай этот метод на себе. Во всех трех мирах нет равного Господу Чайтанье и Господу Нитянанде, ибо они настолько милосердны, что не только люди, но даже птицы и звери плачут, когда видят их. Когда Господь Чайтанья шел по лесу Джариканда, все животные, тигры, слоны, змеи, олени, пели вместе с ним мантру Хари Кришна. Это пение прекрасно, и принять в нем участие могут все, даже животные, не говоря уже о людях. Конечно, обыкновенный человек не может заставить петь животных, но мы, по крайней мере, можем попытаться вдохновить на пение мантры Хари Кришна людей, раз Чайтанья Махапрабху вдохновлял на это даже зверей. Это пение так чудесно, что способно растопить даже самое каменное сердце. Пашана означает камень. Оно так прекрасно, что растопит даже камень. Но Лачана Дас Такур с болью в сердце говорит, что он попался в ловушку удовлетворения чувств. Он обращается к себе с такими словами: дорогой мой, ты попался в ловушку удовлетворения чувств, и тебя не привлекает пение мантры Хари Кришна. О чем еще можно говорить, если тебя не привлекают лотосы стопы Господа Чайтанья и Господа Нитянанды? Единственное, что мне остается, это просто сокрушаться о своем невезении. Ямараджа, повелитель смерти, наказывает меня, не позволяя мне присоединиться к этому движению. Шрила Лачана Дас Такур ки джай. Шри Кришна Чайтанья Прабху Джая Кара Мохари. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kara Mohari. Yeah.
Chaitanya Nitai, 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 Chaitan
Bhagavati Uttama Shloke
Parvati Nashtaki. Bhakti Parvati Nashtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3. Yamaraj instructs his messengers. Text number 2. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 6 песня, 3 глава. Ямараджа получает своих слуг, 2 текст. What's the verse on the book? Какой текст? Второй. Second. Ямашья? Yep. Yeah? Okay. Ямашья. Ямашья. Девашья. Девашья. На. На. Дандабанга. Дандабанга. Кутасчанарце. Кутасчанарце. Шрута. Шрута. Пурва. Пурва. Асид. Асид. Этан, Этан, Муне, Муне, Брисчати, Брисчати, Лока, Лока, Самшаям, Самшаям, На, На, И, И, Твад, Твад, Анья, Анья, Ити, Ити, Ме, Ме, Винишчитам, Винишчитам, Ямашья Девашья Наданда Банга. Ямашья Девашья Наданда Банга. Кутасчанарсе Шрута Пурва Асит. Кутасчанарсе Шрута Пурва Асит. Этан Мане Врешчати Лока Самшаям. Этан Мане Врешчати Лока Самшаям. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Ямашья Девашья Наданда Банга. Ямашья Девашья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Ямашья Девашья Наданда Банга. Ямашья Девашья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Мане Врешчати Лока Самшаям. Этан Мане Врешчати Лока Самшаям. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Муне Врешчати Лока Самшая. Этан Муне Врешчати Лока Самшая. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Ямасья Девасья Наданда Банга. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Нахи Твад Анья Ити Ме Винишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Кутасчанарше Шрута Пурва Асит. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Этан Муне
Кришнати Лота Самшаям. Нахитвадания Итимеви Нишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кудашча Нарше Шрута Курва Аси. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Нахитвадания Итимеви Нишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кудашча Нарше Шрута Курва Аси. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Нахитвадания Итимеви Нишчитам. Ямасья Девасья Наданда Банга. Кудашча Нарше Шрута Курва Аси. Этан Муне Врешчати Лока Самшаям. Нахитвадания Итимеви Нишчитам. Ямасья, Ямасья, Ямараджи, Ямараджи, Девасья, Девасья, Полубога вершащего суд, Полубога вершащего суд, на мне, Дандабанга, Дандабанга, неповиновение приказу, неповиновение приказу, Кудашчана, Кудашчана, от кого бы то ни было, от кого бы то ни было, Рише, Рише, о великий мудрец, о великий мудрец, Шрутапурва, Шрутапурва, услышано прежде, услышано прежде, Насид, Асид, было, это, Муне, Муне, о великий мудрец, о великий мудрец, Врешчати, Врешчати, отсекает, отсекает, Лока Самшаям, Лока Самшаям, сомнения у людей, сомнения у людей, на, не, хи, поистине, твад аня, твад аня, никто кроме тебя, никто кроме тебя, ити, так, так, ме, мое, винишчитам, винишчитам, заключено, заключено. О, великий мудрец, противиться воле Ямараджи, дело неслыханное. Мне кажется, что люди могут не поверить этому рассказу. И я убежден, что никто кроме тебя не способен рассеять их сомнения. Поэтому прошу тебя, объясни, как такое могло случиться? Третий текст. Шри Шука Увача Бхагават Пурушай Раджан Ямьях Пратихато Тема Патим Вигьяпаям Асур Ямам Сам Ямани Патим. Шри Шукадана Госвами отвечал. О царь, получив отпор от посланцев Господа Вишну, слуги Мараджи, карающего грешников, вернулись к своему господину всем в сам Ямани Пури, чтобы рассказать о том, что произошло. Четвертый текст. Ямадута учу кати сантиха шастаро дживалокасья вайпрабо трайвитям курватах карма халакхи вьякти хетава. Ямадуты спросили, о владыка, сколько еще повелителей в этом мире, и сколько можно насчитать причин тому, что действия, совершенные в трех гунах природы, сатвараджа и тамагуни, приносят разные плоды. Комментарий Шрипупады. Как указывает Шрила Вишваната Чакраварти Такур, посланцы Ямараджи были столь раздосадованы, что чуть ли не гневаясь на своего господина, потребовали ответить им, правда ли, что миром правит только он, или же есть еще другие властители. Поскольку ямадуты не получили от Ямараджи поддержки и потерпели поражение, они уже готовы были отказаться служить своему господину. Зачем служить бессильному господину, чьи приказы могут быть оспорены? Ом агьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гуруве намаха.
Svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam Vajjakalpatarubhyascha kripa sindhubhayevacha Patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasavi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing this interesting encounter between Yamaraj and the Yamadutas. Здесь мы слышим очень интересный разговор между Ямараджем и Ямадутами. The Yamadutas had returned home to the kingdom of Yamaraj, defeated for the first time. Ямадуты вернулись домой в обитель Ямараджи, впервые потерпев поражение. Everyone likes to be on the winning team, don't they? Не правда ли, все любят быть в побеждающей команде? You know, if you take part in any competition and somebody wins and somebody loses, the winning team is all so happy, we won, and Когда бы ни происходило какое-нибудь соревнование, побеждающая сторона очень счастлива, они радуются, а проигравшие поникают головы. So the Yamadutas, they were thinking, we're going to get this sinful man, Ajamil, we're going to bring him, he's going to get really punished. He's such a rascal. Вот Ямадуты думали вот таким образом, этот Аджамила такой негодяй, такой грешник. Сейчас мы его схватим и накажем как следует. But the Vishnudutas came and said, "Leave him alone. He chanted the holy name. You can't take him." Но пришли Вишнудуты и сказали: "Оставьте его в покое. Он повторил святое имя, и его нельзя вам забирать." And the Yamadutas had never been stopped before. А до этого никто Ямадутов так не останавливал. And so, we often see these phenomena in our own lives. Часто мы видим вот такие явления в своей собственной жизни. You see people, it seems like they're very, very successful, they're doing really great, then all of a sudden, just everything falls apart. Бывает так, что человек очень-очень успешен, такой великий человек, и вдруг ни с того ни с сего все рушится. We've seen it with the Krishna consciousness movement, different spiritual masters sometimes. Даже мы видели такое в нашем движении сознания Кришны, иногда даже духовные учителя падали. It seemed like they were so successful, they were conquering everywhere. А казалось, они столь успешны, они завоевывают все вокруг. And then they went off track and everything fell apart. А затем они отклоняются и все рушится. So we have to learn not to be affected by such situations. Итак, нам нужно учиться не поддаваться таким ситуациям. Of course, these problems come about because people are not strict in following the principles. Конечно, все эти проблемы возникают тогда, когда люди не слишком строги в следовании принципам. These problems don't come when people follow the four regulative principles and chant 16 rounds. Такие проблемы не могут появиться, если люди строго следуют четырем регулирующим принципам и повторяют 16 кругов. This kind of crises came about because people didn't follow. Вот такие кризисы наступают, когда люди не следуют. The Yamadutas, of course, they were just doing their duty. They didn't do anything wrong. Ямадуты, безусловно, ничего плохого не сделали, они просто выполняли свои обязанности. But their problem was, they were thinking only one controller. Но их проблема была в том, что они думали, что существует только один контролирующий. Just like sometimes we think, oh, only the Diksha Guru. Как мы вот иногда можем думать, о, самое главное это Диксха Гуру, это единственный повелительный. We put all our attention, all our focus on the Diksha Guru, and that's not correct. Полностью концентрируемся на своем Диксха Гуру, и это неправильно. There was, just as there was somebody above Yamaraj,
There's also someone above the Diksha Guru. Так же, как есть кто-то выше Ямараджи, так же есть кто-то выше нашего Дикша Гуру. In the last few days, we've been talking about the different authorities within the ISKCON system. Последние несколько дней мы говорили о разных видах авторитетов в ISKCON. There are multiple authorities. Существует множество авторитетов. We have to understand the proper situation. И мы правильно должны понять эту ситуацию. So the similar Yamaduras, they were thinking Yamaraj is the supreme. He's the Ishwara. Также Ямадуты думали, Ямарадж это верховный, это Ишвара. He is a controller, but he's not the Param Ishwara. Да, он контролирующий, но он не Парама Ишвара. Just as you know, we are Brahman, it doesn't mean we're God. То так же, как и мы, хотя мы Брахман, не значит, что мы являемся Богом. The Mayavadis, they Sarvam Kauvidam Idam Brahman. Everything is Brahman. Everything is Brahman. We're all God. Сарва Кал Идам Брама Майвади, вот зная об этом, говорят, что все есть Брахман, и поэтому все есть Бог. We are part and parcel of God, but we're not the supreme. Но мы не верховные, мы неотъемлемые частички верховные. There is a Brahman and there is also Parabrahman. Есть Брахман, а есть Парабрахман. Lord Krishna is the supreme Brahman. Господь Кришна это верховный Брахман. So Prabhupada explains the concept of Ishwara. Is the concept of being a controller is not as great as being the absolute truth. И вот Прабхупада объясняет, что эта концепция Ишвары контролирующего, она не столь же велика, как концепция абсолютной истины. We cannot simply present Krishna as being the controller. Мы не можем Кришну ограничить только его ролью контролирующего. Of course, we could say he's the supreme controller, just as Brahma says, Ishvara Parama Krishna. Конечно, мы можем сказать, что Кришна верховный контролирующий, как вот Брахма о нем говорит, Ишвара Парама Кришна. But better than speaking of controllers is to speak of the absolute truth. Но лучше говорить о Кришне как об абсолютной истине, чем как о просто контролирующем. One reporter asked Prabhupada, he said, are you Hindus or Buddhists? Один репортер Прабхупаду спросил, вы буддисты или индусы? Prabhupada said, we have nothing to do with any of these. А Прабхупада ему сказал, мы ни с тем, ни с другим ничего общего не имеем. We are simply preaching the absolute truth. Мы просто проповедуем абсолютную истину. And if you are truthful, then you will accept it. И если вы правдивы, вы примете это. So, here, the situation, the Yamaduras have been defeated, and they're angry, they're upset, they don't like it. Так в этой ситуации Мадуты потерпели поражение, они были в гневе, разочарованы, им не нравилось это. They feel cheated. Они чувствовали, что их обманули. Just like sometimes the devotees, when they come to Krishna consciousness. And then they find out something happens, maybe with somebody they were worshipping or highly respecting, and then they feel very disturbed, their faith disturbs, and they even want to give up Krishna consciousness. Так иногда с преданными бывают, они вот приходят в это движение, и кого-то начинают обожествлять, почитать, очень сильно уважать, но потом видят какие-то в нем недостатки, и очень сильно разочаровываться, не могут это переварить. И порой даже хотят уйти из сознания Кришны из-за этого. Yeah, I've seen many people give up Krishna consciousness because their faith got disturbed. Я видел многих людей, которые покидают сознание Кришны из-за того, что их вера пошатнулась. So now the managing authorities in ISKCON understand these situations and they want us, all of us, to be properly prepared to deal with this situation if it ever comes. И сейчас в ИСККОНе управляющие авторитеты, они с этой проблемой уже стали разбираться. То есть они все так делают, чтобы человек был готов к тому, как к этому относиться, если это происходит. So we distributed these papers. We hope you'll take time to read them again. Мы вот распространили эти документы и надеемся, что вы найдете время еще раз почитать их. And we hope you'll also understand the importance of having not only a Diksha Guru, but also developing relationships with Shiksha Gurus.
И мы надеемся, что вы поймете важность вот этого не только всю веру вкладывать в Дикшагуру, но и уважать и ценить Шикшагуру. And most important of all is cultivating a strong relationship and attachment for Srila Prabhupada. И самым главным из всего этого является культивировать глубокую любовь и привязанность к Шриле Прабхупаде. Not only worshipping Prabhupada every morning, but also not only reading Prabhupada's books, but also hearing Prabhupada's lectures. Развивать с ним взаимоотношения необходимо. Для этого это значит не только поклоняться ему каждое утро на Гуру Пуджи, читать его книги, но и слушать его лекции. Do you hear Prabhupada's lectures regularly here? Слушайте здесь лекции Прабхупады регулярно. When? Когда слушаете? Every day. Whole day. Oh no, that in Mayapur, for example, I know in Mayapur on Ekadasi, Prabhupada gives the Bhagavatam class, and everybody hears a lecture from Prabhupada. Например, я не об этом. То есть, вот, например, в Майяпуре каждый Экадаши Прабхупада дает Бхагаватам класс. In Hong Kong, we do it every Thursday. We have Prabhupada give Bhagavatam class every Thursday. В Гонконге у нас каждый четверг Прабхупада дает Бхагаватам класс. And after we have the devotees, everybody sits just like in Mayapur. Everyone sits and listens to the lecture. And after the class, then a senior devotee prepares questions and he asks the class, "What did Prabhupada say about this? And what did Prabhupada point out about that?" And devotees have to answer. How we have to see who is actually listening attentively to the class. И потом в Майяпуре, прослушав эту лекцию на Экадаши Прабхупады, какой-то старший преданный начинает задавать аудитории вопросы, чтобы увидеть, насколько они внимательно слушали, что Прабхупада сказал по этому поводу, что он отметил вот здесь и так далее. You know, because often devotees sit in the class and it's, you know, in here and goes one ear, out the other. Часто преданные сидят на лекции в одно ухо. So we want to train the devotees and encourage them to start attentive hearing and retaining the knowledge. Мы хотим обучать людей тому, чтобы они внимательно очень слушали и усваивали это знание. So this is something which maybe the temple council can consider, that you could institute a program at certain regular intervals where you also hear Prabhupada's lecture. Вот я бы хотел, чтобы совет храма здесь об этом подумал и ввел вот эту систему, чтобы на регулярной основе слушать лекции Прабхупады вместе. And it's also very nice to hear Prabhupada's bhajan and kirtan. А также очень хорошо слушать бхаджаны и киртаны Прабхупады. You know, we always have the latest kirtaniers in ISKCON. Every few years, there's a new kirtanier. Мы знаем, вот в ISKCON каждые несколько лет появляются новые звезды киртании. A new melody, a new tune. Новые мелодии появляются. But try to hear also, try to hear Prabhupada's kirtan. Но также старайтесь слушать киртаны Прабхупады. You can play that during the day in the temple room. Можете их включать в течение дня в храме. And in this way we can all start to cultivate stronger relationship with Prabhupada. Вот так мы можем начать все культивировать сильные такие взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой. Now, крепкие. Even when we follow the four regulative principles and chant 16 rounds, still we can get problems, still we can have troubles in our Krishna consciousness. Теперь дальше. Даже если мы строго следуем четырем регулирующим принципам и повторяем свои 16 кругов регулярно, тем не менее, все равно мы можем встретить проблемы в нашем вот пребывании в этом движении. Sometimes our movement will be attacked by demonic people and by atheistic governments. Иногда на наше движение могут нападать демонические люди и атеистическое вот руководство правительства. The devotees in Moscow are having trouble, right? Ну, знаете, вот в Москве у преданных проблемы. In India also, in one temple in Secunderabad, the devotees have land and the government want to build, take half of the land and build a train station. Which temple? Secunderabad.
в Южной Индии какой-то Секундерабад, там у преданных, я помню, половину территории отобрали храма, и там хотят построить станцию железнодорожную. So our movement is often attacked. То есть наше движение часто подвергается нападкам. Especially neighbors sometimes can give a lot of difficulty. А также часто соседи могут кучу проблем доставлять. In Malaysia, in Kuala Lumpur, we have a nice temple, but the neighbors are giving a lot of trouble. А вот в Куала-Лумпуре, в Малайзии, у нас замечательный храм, но множество проблем от соседей. We were first there, and the neighbors came later, and they started building houses, and they don't like our temple. Мы там первые появились, вот построили свой храм, а позже стали расстраиваться соседи, и они нас не любят. So, often our movement is attacked. Prabhupada told us, we have to defend ourselves by very strictly following the four regulative principles and chanting our at least 16 rounds every day. Итак, может быть множество проблем. И Прабхупада говорил, что мы должны защищать себя, строго следуя четырем регулирующим принципам и минимум 16 кругов, повторяя каждый день мантры. And when we are strict in these principles, then we can defend ourselves from Maya. И если мы строги в этом, то мы можем защитить себя так от майи. There will always be attacks of the material energy. Всегда будут атаки со стороны материальной энергии. Prabhupada gives an example about using a ship to cross the ocean. Прабхупада давал пример корабля, на котором пересекают океан. Now, if you go to sea, there's going to be some storms. There's going to be times when the waves get very big, and you may think, "Oh, I'm going to get off the ship." Мы можем попасть в ситуацию, когда поднимается огромный шторм, большой шторм, волны и так далее. Мы можем подумать, я могу даже с корабля выпасть. But if you get off the ship, if you get off the boat in the middle of the sea, then you have no hope. Я могу подумать, что я лучше выпрыгну с этого корабля, который может вот утонуть. Но если вы так сделаете, с корабля или с лодки выпрыгнете в шторм, то тогда у вас вообще ноль шансов. We were showing the other day the example about the geese, how they fly together, how they help each other. Помните вот пример на днях этих гусей, которые вместе летят и друг другу помогают. And one goose leaves the flock, then it's so much more difficult. И если какой-то один гусь отстает от всей стаи, то у него гораздо сложнее все становится. Sometimes people think go out of Krishna consciousness. But then they will soon find out how difficult it is without being in Krishna consciousness. Некоторые думают, что лучше мне покинуть это сознание Кришны, но если они это делают, они обнаруживают, как им стало гораздо тяжелее. So even though sometimes there seems to be things wrong with the Krishna consciousness movement, even though sometimes there are things you don't like, we should never go out of the Krishna consciousness movement. Итак, и даже если вы видите, что с этим движением сознания Кришны не все в порядке, и вам в нем что-то не нравится, тем не менее, вы не должны из него уходить. Напротив, нужно оставаться в нем и продолжать практиковать сознание Кришны. In China, they have a nice story. There's a saying in Chinese, they say, Sai Wang Shima. In Chinese is Sai Wang. I mean, old Wang has lost his horse. В Китае есть пословица, поговорка, старик какой-то потерял свою лошадь. The story goes, one man, Mr. Wang, he lost his horse. И так вот мистер Ван потерял свою лошадь. And people were saying, oh, this is very bad, you lost your horse, this is not good. He said, well, yeah, must be some reason, must be something. Let's see what happens. Люди стали сожалеть вместе с ним, о, как жаль, ты потерял лошадь, убежал лошадь у тебя. Он сказал, ну, посмотрим, может быть, какая-то причина на это есть, что выйдет из этого. But after a couple of days, the horse came back with another horse. Но через пару дней лошадь вернулась,
и при этом привела с собой еще одну лошадь. So he lost his horse and came back, brought another horse. So he had two horses. И так она потерялась, а потом появилась и уже стало две лошади. So the neighbors were saying, "Wow, you're so lucky, you've got two horses." They were saying, "Well, let's see, we don't know." И соседи теперь наоборот стали говорить: "О, как ты удачлив, у тебя теперь две лошади вместо одной." А он стал говорить: "Ну, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет." So one day his son was riding the new horse, but the new horse it wasn't so tame, and he was riding it, and he fell off, and he broke his leg. И однажды его сын стал объезжать эту новую лошадь, и так неудачно, что упал и сломал ногу. The neighbors were saying, "Oh, you're so unlucky. Your son broke his leg." And he said, "Well, let's see. We don't know." И соседи опять стали скорбеть: "О, как неудачно, он сломал ногу." А он стал говорить: "Ну, давайте посмотрим, не знаем, неизвестно, что из этого выйдет." So after a few days, there was a war declared, and the king came with all the soldiers, and he took all the young men to join the army and go and fight in the war. But the old man, his son, had a broken leg, so they couldn't take him. И через несколько дней это царство, в нем началась война, и царь начал вот всех рекрутов забирать, молодых людей на войну, и сына этого старого человека не забрали, потому что у него была сломана нога. All the young men, they all got taken to the war. They knew they were going to die. They're not going to come home again. They all be killed in the war. Все молодые люди практически, им не суждено было вернуться с войны живыми домой. You know, old Wang, his son, broke his leg, so he couldn't go. А этот сын этого Вана, он со сломанной ногой остался дома. So this story is told by Chinese people to encourage them that when things go bad, something bad is often followed by something good. There's good and bad coming. Итак, эту историю ее рассказывают китайскому народу, чтобы его вдохновить в трудные времена, что, мол, не переживайте, если что-то плохое, всегда оно сменяется чем-то хорошим, всегда это одно за другим следует. Just like we say in Bhagavad Gita, matras pashastu kondiya sitoshna sukadukada agama payeno nityas tams tatikshas vabharata. That happiness and distress are like winter and summer season. Об этом же вот и Бхагавад Гита говорит, что счастье и страдания, они подобны приходу и уходу зимы и лета. The winter, but the summer will come to an end. The winter will come. Then the winter will end. Summer comes. Вот сейчас лето кончается, скоро придет зима. Ну потом и зима кончится, опять придет лето. So happiness comes, it will end. Distress comes, that won't last forever. Итак, счастье пришло, значит, ну скоро кончится, придут страдания. Ну и страдания не будут длиться постоянно. We have to tolerate them without being disturbed. Мы должны это все терпеть, не приходя в беспокойство. We have also that famous verse in Srimad Bhagavatam: "Tatte nukampam susamikshamana punjana evatma kritam vipakam rigvagvapulpir vidadan namaste jiveta yo mukti pade sadaya pa." Means that one who tolerates all the difficulties which come and accepts them to be reactions due to his past sins. Итак, этот стих знаменитый из Бхагаватам говорит о том, что когда человек попадает в беду, он воспринимает это как реакцию за свои прошлые грехи. But he goes on engaging his body, mind, and words in the service of Krishna. И при этом человек такой продолжает занимать свое тело, слова и речь, ум, речь и тело в служении Кришне. Then that person becomes qualified to become the unalloyed devotee of the Lord. Такой человек достоин стать беспримесным преданным Господа. The acharyas give a commentary in regard to this verse. И ачарьи дают комментарии в связи с этим стихом. They say, just like the son of a rich man, the father is very rich. So what does the son have to do to inherit the property of the father? Вот есть богатый человек, например, и у него есть сын.
И что же нужно делать сыну, чтобы унаследовать богатство своего отца? Ничего. He just has to stay alive. Да, ему нужно просто оставаться живым. The father will die one day, the son inherits the property of the father. Отец рано или поздно умрет, и сын, естественно, наследует все это богатство. So, the same applies to our devotional service. Это же и применимо и к нашему преданному служению. We have to stay alive in Krishna consciousness. Нам нужно просто выжить в сознании Кришны, продолжать оставаться. We have to stay in the Krishna consciousness movement. Мы должны в движении сознания Кришны продолжать оставаться. Despite all the difficulties and sometimes also we are defeated, but we go on with our Krishna consciousness. Несмотря на все трудности, иногда и нас мы терпим поражение, тем не менее мы должны продолжать. Because distress is followed by happiness. Поскольку все проблемы в этом мире сменяются счастьем. And that happiness will end also in distress that comes again. И, естественно, оно долго не будет длиться, опять придут проблемы. Devotee is not concerned with happiness and distress. Вот преданный этим не озабочен так называемым счастьем и страданием. Devotee just wants to do his service. He just wants to be engaged in Krishna. Преданный просто хочет заниматься своим служением, быть занятым в сознании Кришны. We leave the result. The results are up to Krishna. И результаты преданный оставляет на волю Кришны. Our duty is just to be the faithful servant. Наша же обязанность является просто быть верными слугами Кришны. And to go on with our service without being disturbed. И продолжать заниматься своим служением, не беспокоясь ни о чем. There will always be happiness and distress. Всегда будут в этом материальном мире счастье и страдания. But we should remain Krishna conscious. Но мы должны оставаться сознающими Кришну. That's why we have to be very strict in our regulative principles and our chanting. Вот почему нам нужно очень быть строгими в своих регулирующих принципах и в воспевании. Every morning we want to have the nice, good, strong program, hearing, chanting. Каждое утро у нас должна быть замечательная, сильная утренняя программа слушания, воспевания. Devotees go out on sankirtan traveling. They also need to have a morning program. Те, кто вот выезжают на в путешествующую санкиртну, им тоже необходима утренняя программа. They're not living in the temple, but they still have to do the morning program. Они могут в храме не жить, но тем не менее им программа утренняя нужна. And many of you are householders. You live outside. You have to. If you don't come here, you have to do a program at home. И то же самое. Для тех, кто живет дома, не живет в храме, им тоже нужно проводить такую программу дома. Of course, best is you have the program here. Безусловно, лучше всего, если всем здесь собираться и проводить программу. And we can see the program go. We begin what time Mangal Arati is here? Вот здесь в Mangal Arati в 5 часов. 5 o'clock. Yeah. And we go up to 9 o'clock, 4 hours. И до 9 часов, представьте, 4 часа. Программы. And so we have to make arrangements like that every day, morning, about 4 hours spending hearing and chanting. Вот, посмотрите, вот это стандарт. Нужно так каждому свою жизнь организовать 4 часа утром слушания. And then again in the evening another couple of hours. И еще и вечером еще пару часов. This is how we can keep ourselves in Krishna consciousness. Так мы можем оставаться в сознании Кришны. If we neglect these things, then it's difficult to keep our consciousness in Krishna. А если же мы пренебрегаем этими вещами, тогда очень трудно становится удерживать свое сознание на Кришне. We allow Kali Yuga, the influence of the age of Kali, to enter. Тогда мы позволяем войти Кали Юге и ее влиянию в нас. And the symptoms of the age of Kali are quarrel. Симптом этого, что Кали вошел, это мы начинаем ссориться. We start to quarrel with each other. We start to find faults with other devotees. Ругаться и искать недостатки в других преданных. And then we become offensive. We commit Vaishnava aparads. Становимся оскорбительными.
и совершаем вайшнава апарадхи. And then with vaishnava aparadhi, then we lose our Krishna consciousness. It becomes a mad elephant. А совершив вайшнава апарадхи, мы теряем свое сознание Кришны, становимся подобными бешеному слону. So we all have to be very careful of these things. Итак, мы все должны быть очень внимательны к таким вещам. And here we see the Yamaduras. They're going to Yamaraj, and they're not going very respectful. Видите, вот Ямадуты сейчас обращаются как к Ямараджу уже не очень-то уважительно. No, Yamaraj is one of the Mahajan. He's one of the authorities. А Ямарадж это один из Махаджан, один из авторитетов. And the Yamaduras are going in an angry mood. We got defeated. Ямадуты уже так на него гневаются. Нас победили. Your fault. Это твоя проблема из-за тебя. So this is also not a good mood of the Yamaduras. You see how these things affect people. То есть это нехорошо со стороны Ямадутов. Видите, как на людей влияют вот эти поражения и успех. And so how careful we have to be. Поэтому смотрите, насколько внимательными, осторожными мы должны быть. And that's why we have courses on things like Vaishnava etiquette and try to warn devotees how to deal with other devotees. Для этого нужен вайшнавский этикет, знание о том, как общаться с другими преданными. So all of these things are important for us. They're instructing us and for our welfare. Все это очень важно для нас. Это все призвано наставлять нас для нашего же блага. So we ask all of you, please consider these things very carefully. Итак, мы просим всех вас, пожалуйста, все это очень внимательно обдумайте. I think my few days here in Khabarovsk have been very nice. I'm very encouraged to see that the preaching going well. Я вот так оцениваю свои дни эти в Хабаровске. Я очень вдохновлен. И мне кажется, что здесь идет проповедь хорошая. We had a very nice crowd yesterday. Вчера нормальная была толпа. And they were putting nice questions. Хорошие вопросы были. So this is, and we're seeing also devotees that the devotees who, when I first came here, were new. Now they're becoming stronger and they're taking more responsibility. Вот преданные, я наблюдаю за ними уже вот в течение этих лет, когда я начал только приезжать, они были как бы молоды, сейчас они становятся все более сильными и берут на себя ответственность какую-то. So that's what we want to see. We want to see everyone come up. Итак, вот это мы как раз не хотим видеть, как все люди потихонечку растут. We don't want to see people go down. We want to see everyone come up. Мы не хотим видеть, как люди наоборот деградируют. Мы хотим видеть, как они возвышаются. Becoming more and more responsible and taking on more and more. Становятся все более и более ответственными и берут на себя все больше и больше служения. The deity worship is definitely wonderful. I really appreciate the decoration. Поклонение божествам без сомнения очень замечательно. Мне очень понравилось все это украшение алтаря. Very nice. Очень хорошо. So, any questions? Есть ли вопросы? Махарадж, ну так же выказываешь, да, делает? Два раза в месяц. Еще группаду слушаю. Слышу, вы систем хирит шубрупады и накадыши. Well, I said that's for the council to decide. Ты же сказал для как раз рассмотрения совета храма вопрос. If it's practical, they can select a particular day sometime when they could listen to Prabhupada's lectures. Если практично, ну это будет практично, то можете какой-то день выбрать слушать Прабхупаду лекцию. But what should not happen, sometimes it happens, unfortunately, is people think, oh, it's Prabhupada's take today, we're not going to go. Nobody comes to the Но что точно не должно происходить, так это следующее, подчас это происходит. Придумают, сегодня Прабхупада у нас на лекции, мы не пойдем, и не ходят вообще на лекцию Прабхупады.
We think, oh, I can hear Prabhupada's tape anytime. Я же сам могу, человек думает, послушать лекцию. But there's special potency in hearing Prabhupada's tape here in the temple room, everyone sitting together and concentrating on hearing the tape. Но в этом и заключена особая сила, когда все вместе собираются и внимательно слушают запись лекции Прабхупады. And as I said, somebody should, you know, have some questions. И как я уже сказал, хорошо бы еще, если кто-то потом проверяет все это, как мы слушали, задает вопросы. Не важно, да, Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам? It doesn't matter, Бхагавад-гита или Бхагаватам. Well, in Майяпур usually it's Бхагаватам. В Майяпуре обычно Бхагаватам. А лекция должна быть, чтобы падать тоже по Бхагаватам? Или можем другая лекция, там беседа или еще что-то? Some conversation could be. Conversation? No, I never heard them play a conversation. Usually they play a Bhagavatam. Никогда не слышал, чтобы беседы слушали. В основном обычно Бхагаватам слушают. Человек практикует духовную практику, не достигает цели, он тоже попадает на суд, даже если он благочестивый, он делает такие вещи. Преданный. If devotee doesn't attain highest perfection in his practice of Krishna consciousness, will he also come to Yamaraja's judgment? No, devotee never goes to Yamaraja. Не, преданный никогда к Yamaraja не попадает. Yamaraja's men have already been instructed never to approach. Ведь Yamaraja уже вот наставил своих людей, никогда не подходите даже, не приближайтесь. А религиозные люди, например, христиане, если... And what about some, our groups, for example, Christians? I don't know. Не знаю. If they're sinful people, if they haven't taken the prasadam of the Lord, they haven't chanted the holy name, then maybe they have to see Yamaraj. I don't know. Я не знаю, если, например, эти люди греховные. И просады не принимают Господа. Может быть. They have faith in some. You know, they have some belief in someone. They may not understand fully who is Jesus or what is his position. У них есть вера определенная в кого-то, вот в Христа, но они глубоко не понимают, кто это и что это. They have some. Но вера у них какая-то, безусловно, есть. There were many Christian mystics. They had like yoga power. Не, есть христианские мистики. У них вот что-то вроде йогических совершенств есть. They can be very pure. Они тоже могут быть очень чистыми. We're not against other faiths. Мы не против других вот верований. We don't say only Hare Krishnas don't go to Yamaraja. Мы же не говорим так, что только Hare Krishna не отправляются к Yamaraja. Просто имеется в виду вопрос в том, что Yamaraja судит не только же грешников, но и счастливые люди тоже идут через Yamaraja. Он как бы прибежище суда Бога, да? So, isn't Yamaraj judge even pious people and give them fruits of pious activities? Means a devotee can come to Yamaraj for rewarding. As I understand it, his job is to punish the sinful. Как я понимаю, его работа это наказывать грешников. I've never heard that he also rewards the pious. Я никогда не слышал, что он
также награждает благочестивых. Pious souls will be elevated, or at least they'll come back to the human form of life, or they'll be elevated to higher form. Мы знаем, что благочестивые люди, они будут возвышены на высшие планеты, или как минимум рождаются людьми здесь успешными. But Yamaraj's abode is for punishing the sinful and putting them into lower forms of life, like animal bodies. А Ямарадж отвечает за то, чтобы наказывать грешников и помещать их в низшие формы жизни, такие как животные. We also heard that Yamaraj came as Vidura, and he felt relief coming as Vidura, because his job as Yamaraj was always punishing the sinful. И мы также вот слышали, что когда Ямарадж пришел как Видура, он чувствовал большое облегчение при этом, потому что его работа — это постоянное наказание грешников. He never said, "I'm tired of meeting all these pious people." Там нигде не сказано, что я слишком устал, награждая благочестивых людей. Если обычные люди каждый день кушают просад, это уже их духовный путь, они уже вернутся к Кришне? Обычные? Да. If some common people take prasadam every day. This is a spiritual path, and can we return to Krishna? Well, you have to take a lot of prasadam. No, очень много просада. Yeah, you don't progress very fast just taking prasadam. Так сильно не будете прогрессировать быстро просто через прием просада. Of course, there's different qualities of prasadam. Конечно, просад из разного качества. It depends on the qualification of the people preparing, the cooks, and the people offering the food. Это качество зависит от людей, которые готовят и которые предлагают. But certainly good. We encourage people to take prasadam. It's nice for them. Ну, безусловно, это хорошо. Мы вдохновляем людей принимать просад. Это для них очень. But if you want them to go back to Godhead, I think they have to do a bit more than just take prasadam. Но если уже речь о возвращении домой к Богу, я думаю, что нужно кое-что еще делать помимо просада. Taking prasadam is the beginning. Это начало принимать просад. Develop some faith. Это развивает веру. But now, then they have to go on from. И вот с этого уже уровня веры нужно продолжать дальше. Devotional service begins with faith. Мы знаем, что преданное начинается с веры. Adau shraddha tata sadhu sangha. From faith, then they come to the association of devotees. От веры человек уже должен прийти к общению с преданными. I like prasadam, so I started coming to the temple regularly. Итак, мне нравится просад, значит, я начинаю регулярно посещать храм. And in the temple, you get the association of devotees. А в храме я начинаю общаться с преданными. And they preach to you. И они мне начинают проповедовать. You join the kirtan, sit in the classes. И петь с ними киртаны, слушать лекции. They say, prasadam's coming, just wait. И просад мне говорят, подожди, сейчас скоро будет просад. Just, let's do kirtan first. Сейчас киртан немножко побоим. And we're just going to have class after class in this prasadam. Потом лекция, и после лекции сразу просад. You feel hungry. Okay. Sit, you hear the class. Так этот голодный, он все это терпит, слушает лекцию. And then next year, then you're ready for initiation after some time. А уже смотришь, и он уже готов к инициации. And then you get initiation, and then you get so many other things to do. А уже получив инициацию, столько всему нужно следовать многому. Because you realize you've got some dirty things in the heart, and you want to get them out. И потому что вы после инициации начинаете понимать, сколько у вас грязи в сердце, и хотите от нее избавиться. And sometimes, often when we take prasadam, we have our material conditioning. We think what is good prasadam, what is bad prasadam, what we like, what we don't like. Например, мы можем даже просад вкушая, подходить к нему с материальным таким видением. Тут мне нравится, этот не нравится просад. So these are impurities in our heart. We have to remove them. Это проявление нечистоты в сердце, которое нужно устранить. We have to
when we get rid of all these impurities, then you get more taste for the activities. И избавившись от этой грязи, человек начинает ощущать больше вкус к той же самой деятельности. And taste means you don't worry about what's salty and what's sweet or what's fried and what's boiled. You know, you just think, prasadam, oh, great. А вкус вот так проявляется. Вам не важно, что подали, как говорится, на просад. Сладкое, соленое, там вареное или жареное. Вам просто просад сам. Even if it's all bitter or salt, oh, so salty or. But still, prasadam. Даже если это очень что-то горькое или очень соленое, все равно о prasadam. The taste of Krishna's lips. Вкус губ Кришны. Right? So that and the same with kirtan. То же самое к киртану относится. That even you know nobody can play the madanga and everybody's playing the kartals off time and the singing is flat. Например, на бриданге как-то не очень играют, а караталами не в такт стучат и так далее. But you think the holy name kirtan, great. Но вы так думаете, о, это же святое имя, это же киртан, так замечательно. You don't worry about it. Вам эти все внешние вещи вообще не важны. And the deed, you come to the temple and you see, you know, they just have a picture on the altar, a picture, a little picture, a panchatabha or something, you know. You think, wow, a temple. И где бы вы ни увидели любую там картинку панчататвы, другую, вы, о, это же уже храм. Yeah. So that's ruchi, that's taste. Это называется ручи, вкус. And from taste, then you come to higher, you can go on to higher levels. И уже вот с такого уровня вкуса можно двигаться уже к более высоким уровням. We become, of course, we have to become Ништа, ручи, very fixed. Конечно, мы должны вот стать ништхой, очень твердыми. That even it's, you know, six feet of snow outside and it's minus 40 degrees, but wow, I gotta go to the temple, it's Mongol art, there's a program today, I gotta go. Вот эта твердость ништха вот так проявляется. Даже если на дворе там снега по колено, вы все и минус 40. Вы все равно думаете, о, Мангаларат, я должен бежать в храм. So that we're so fixed, you know, even, you know, no, the devotee doesn't have any voice, but still they can't speak. There's something, you lost their voice, but still they're going to chant their rounds and sit and hold it. They'll chant in their mind. И вот другое проявление ништхи. Даже если у вас голос пропал или что-то такое, вы все равно повторяете с энтузиазмом свои круги независимо. So like that, we have to become very steady and strong in our Krishna consciousness. То есть нужно стать очень сильным и стабильным в своем сознании Кришны. А благодаря чему можно подниматься с одного уровня на другой выше? How is progress from one level to another is happen? By doing devotional service. Совершая преданное служение. By practice. Продолжая практиковать его. Yeah. And just go on every day. You do the hearing and chanting. Просто каждый день слушайте, воспевайте. Every day endeavoring to. Каждый день усилия прилагайте в этом. Prabhupada said it took him 32 years to perfect his chanting. Сам Прабхупада говорил про себя, что мне потребовалось 32 года, чтобы как бы довести до совершенства своего воспевания. Maybe we will take 32 lifetimes. Нам может понадобиться 32 жизни. But we have to keep endeavoring. Но нужно продолжать прилагать усилия. And that's how we progress. Так мы как прогрессируем. But we don't put a label on you. Okay, now you're at this, now you're that. Ну, конечно, мы никакую на вас табличку не вешаем. О, теперь на этой уровне, потом на том. Just go on with your devotional service. Просто продолжайте свое преданное служение. Mostly we're trying to get rid of the anarthas. Как правило, у нас всех одна проблема. Нам нужно избавляться от анартх. Try to remove all these dirty things in the heart. Нам нужно устранить всю грязь из сердца. That's a real battle. That's the biggest battle.
Это самая большая битва, как бы, задача. Это как? Вот замечательно прокомментировали тут эту беседу между Ямадутой и Махараджем. Вот. Я слышал такую статистику, что времена Прабхупады 10% призванных они возвращались в духовный мир, а 90% они на райские планеты просто отправлялись. И вот Прабхупада очень беспокоился по этому поводу. Вот. Недавно я еще одну статистику услышал, что небольшой процент преданных они возвращаются в духовный мир, вот, больше процент на райских планетах, но в основном так и остаются на средних планетах по той причине, что не принимают этот научный процесс кайф-служения серьезно. Вот, могли бы как-то прокомментировать статистику? I heard about some statistics that in Prabhupada's time 10% of devotees go back to Godhead, back to Godhead, Krishna, and 90% go to heavenly planets. And second statistic I heard that only few percentages of devotees go back to Godhead. Some percentages go to heavenly planets, and mostly devotees remain in middle earth to continue with his way process of Krishna consciousness, because we don't follow seriously. Can you comment on this? I never heard this before. Никогда вообще прежде такого не слышал. Where did you hear that? Где такое наслушались? Первую статистику. First statistic. Про 10-90. Then and 90. Я слышал когда-то давно, и точно не буду сказать источник. А вторую статистику я вот недавно Артем Прабу рассказал, что он прикопал Прабу, сказал, что ему рассказал ему тоже. He was unable to find it. I told myself, I told you the story in some dream state to some devotee. We should be very careful what we hear. Надо очень быть как бы внимательным, когда слушаем что-то. I've never heard anything. Никогда не слышал. I heard that Prabhupada said that 90% of my devotee we will take birth in India to continue. Never heard that. Я сказал, что я слышал, что подумал, что 90% моих учеников должны будут родиться опять в Индии, чтобы продолжить. But one time, Махарадж говорит, я не. It's from Indra's lectures, and he said, it doesn't mean that we should be discouraged, but it means that we should inspired to get in this 10% from Бхагавад-гита. Это я слышал у лекции Индры Брамбушта, и поэтому мы должны быть вдохновлены на то, чтобы попасть в эти 10%, которые возвращаются к Кришне. I'm hearing that for the first time. Я это слышу первый раз. But I'll tell you one thing which is well known. One time. Но скажу вам одну вещь, которая доподлинно известна. One devotee was in went to the temple in Vrindavan, Radha Raman temple, and he was watching the deity worship. Один преданный пришел вот в храм Радха Раманы и наблюдал за поклонением божествам. And he thought it was very nice, and the one of the pujaris there came up and said that I bless you in your next life. You will also take birth here in Vrindavan and worship the deity. Так он с удовольствием наблюдал за поклонением и вышел пуджари и сказал ему так, что: "О, тебе нравится? Я тебя благословляю, что в следующей жизни ты родишься во Вриндаване, будешь поклоняться здесь божествам." So the devotee came back and told Prabhupada what this priest in the temple had said to him. И преданный вернулся к Прабхупаде и рассказал ему о том, что ему сказал этот священник? Prabhupada said to the devotee, he said, you should have said to him
I bless you that in your next life you will take birth in the Krishna consciousness movement and preach Krishna consciousness all over the world. А Прабхупада ему сказал, ты иди ему скажи, ты должен был ему сказать, а я тебя благословляю, что ты в следующей жизни родишься в движении сознания Кришны и будешь проповедовать сознание Кришны по всему миру. And Prabhupada certainly considered that to be more auspicious than just being in Vrindavan worshiping the deity. Другими словами, Прабхупада, несомненно, это положение, эту ситуацию, проповедь по всему миру, воспринимал как более выгодную, чем просто родиться во Вриндаване и поклоняться Божеству. You're much more qualified to go back to Godhead, preaching Lord Chaitanya's mission here in these parts of the world than sitting in Vrindavan. Вы гораздо большую квалификацию обретаете вернуться домой к Богу, удовлетворяя Господа Чайтанье, проповедуя Его послание вот в таких частях мира, чем просто сидя во Вриндаване и поклоняясь там. I told Indra several times that he should also come out and preach. Я вот о Индре Прабху несколько раз сам говорил, что ты должен тоже отправляться на проповедь. I told him, I said, you just sit here in Vrindavan. I said, you should also go out and preach. Я ему говорил так, ты почему здесь сидишь во Вриндаване, давай иди проповедуй. And what he said? Well, he had, we have the kirtan, I'm in charge of the kirtan. Он ему отвечал на это. Ну, у нас вот где киртан, я ответственный за киртан. But it's much more important, much more appreciated, you get much more mercy. Но гораздо больше милости получите, если, и это больше ценится, если вы проповедуете. I was just reading yesterday one thing, said, and to chant purely, we have to get the mercy of Lord Nityananda. Я вот читал вчера, чтобы воспевать чисто, нужно получить милость Господа Нитянанды. Very difficult to avoid offenses or to be attentive in chanting. So we need to get the mercy from Lord Nityananda. Очень трудно воспевать чисто, избегая всех оскорблений. Для этого нам необходима милость Господа Нитянанды. And how will we get the mercy of Lord? А как получить милость Господа Нитянанды? The more we are engaged in the Sankirtan movement. Чем больше мы заняты в движении Санкиртана, preaching, spreading Krishna consciousness in all the parts of the world. Распространяя сознание Кришны во все уголки мира. It's the most pleasing thing to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Это самая удовлетворяющая деятельность, им приносит она больше всего радости для Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. And this is Prabhupada's mood also. И это также является умонастроением Шрилы Прабхупады. Prabhupada went to all the places nobody else wanted to go. Прабхупада отправлялся в такие места, в которые никто вообще не хотел ехать. All Prabhupada's god brothers, they just wanted to stay in India, they just wanted to sit in the holy dham. Все братья духовные Прабхупады, они просто хотели оставаться в Индии, в святом месте сидеть. They even told us, we don't want to preach to people like you. И они даже нам так говорили, мы не хотим людям подобным вам проповедовать. Но у Прабхупады было такое сострадание, и он во все такие места отправлялся. And that's why Prabhupada is so wonderful. Вот почему that's why Prabhupada is so glorious. Прабхупада так удивителен и так прославлен. So we want to keep that mood. Вот мы вот этот дух хотим поддерживать. Yeah. Правильно я понимаю, что преданный вообще не должен думать о том, куда мы отправимся, вот, в духовный мир, на райские планеты, на Искрине. Все должны стараться развить привязанность к миссии Шрилы Прабхупады, где бы мы ходили. Correct understanding that we should not think where I will go. Spiritual world, heavenly planet, or in middle planetary system. Rather, I should inspire for preaching Krishna consciousness. Как скорее должен стремиться? I should develop attachment for fulfillment of Prabhupada's mission. Yeah, that's very nice. Да, замечательно.
But to fulfill Prabhupada's mission, we have to cultivate our Krishna consciousness. Но чтобы миссию Прабхупады распространять, нужно культивировать свое сознание Кришны. We have to hear about the spiritual world. Мы должны слушать о духовном мире. We have to hear Krishna's pastimes. Должны слушать игры Кришны. We have to hear the teachings of Lord Chaitanya. Должны слушать учение Господа Чайтаньи. So it's not just only Prabhupada's mission, distribute books, but we have to cultivate also our consciousness of Krishna. Миссия Прабхупады не просто в том, чтобы распространять книги, а в том, чтобы культивировать свое сознание Кришны. Также. Yeah, any other questions? Yes? Я хотела, мне не совсем понятно, про просад спросить. Вы сказали, что просад зависит, качество просада зависит от, я так поняла, что качество просада зависит от того, кто готовит, от того, кто предлагает, и их умонастроения. А ну, есть просад, допустим, я предлагаю фрукты, да, мне преданные иногда говорят, ну это же не просад. Просад, они думают, что это то, что готовится. Но есть еще просад, который, допустим, он остался и каким-то образом простоял сутки. Это тоже просад. То есть просад нельзя относить к трем гунам природы, да, то есть сатва, раджас, потому что ведь это же все равно воздействует. То есть есть сатве, да, продукт в раджасе и тамасе. If prasad remain for some time, it becomes gnili. We can get some influence of rajas and tamas from prasad. Well, the prasada may be transcendental, but we're not transcendental. Prasad остается трансцендентным, но мы не трансцендентны. If you take it, something which has gone off, which is decomposed, you may get sick. Если вы будете принимать что-то, что уже такое начало разлагаться, то вы можете заболеть. So if the prasadam goes off, then we don't advise you devotees to take it, but you can put it outside and or you bury it in the ground. Если просад уже начал пропадать, мы не рекомендуем преданным его вкушать, а скорее куда-то отнесите или закопайте. А если он пропадает, то чем за это реакция? And if we waste in prasadam in this way, we will get some reaction for this. If we waste? Yeah. Well, of course, it's difficult sometimes to know how much to prepare. You don't know how many people are coming and how much is. It's not easy to satisfy everyone. Тяжело подчас бывает вот, всех удовлетворить и рассчитать, сколько приготовить, поскольку мы не знаем, сколько народу придет. Вот в этом ответственность повара, сколько приготовить. Трудно предугадать, иногда чуть меньше народу, иногда больше. It's a difficult job. Тяжелая задача. А вот, ну, допустим, в храме остаются остатки, и вот реально видно, да, что преданные просто их не съедят, их гораздо больше, чем кто-то может съесть. Можно ли, нужно ли этот просад тогда, ну, так сказать, просто выйти и раздать там всем, кто захочет? Can we just distribute some remnants of prasadam on the streets? Yeah, of course. Yeah. Конечно. То есть это более благоприятнее, чем просто его закопать. А, если это пропавший. Пропавший что-нибудь? Закапывай, только пропавший сказали. Yeah, but if you give it to people and if it's decomposed and they get sick,
then нет, если нельзя же раздавать просад уже пропавшие, они могут заболеть сами. Я не про пропавшие говорю, там же видно реально, что вот просад остался, да? И что если его, ну как говорится, уже не съедят, его просто раздать, не дожидаясь, когда он пропадет, я про это имею. Mm. So, should we should distribute просадом, not waiting for decompose. Right, you should you should distribute it before it goes. Конечно, нужно раздавать его до того, как он испортился. And sometimes there's also animals you can feed to the animals. Животных можете кормить иногда. Я, допустим, на бхакти-врикше, вот если у меня остается просад, я его тут же раздаю преданным, и преданные, ну, многие с удовольствием берут. Просто берут. Почему вы это не вправе так же делать? Вот видно, что остался просад, а вы предложите забирать, пожалуйста. Делают, только на завтрак делают. Так и делают. У нас свободно все забирают просад. Либо на завтрак оставляют. Я думаю, бхакти-врикше always distribute просадом. И вот very glad to take it. Yeah. Similarly, in the temple, I saw some prasadam is remain. Better to distribute it. Yeah. Да. Distribute. Распространяйте, раздавайте. So a lot of hungry men here, not a problem to distribute. Столько голодных вообще в этом. Общались с многими старшими преданными учениками Прабхупады, то много лет уже в движении, и свой опыт также у вас большой. А что скажете, вот, все ли всегда было, ну, гладко в сознании Кришны, то есть как бы, ну, да. Или какие-то были времена, ну, сомнений, тяжелые тоже времена, и как с этим старшие преданные разные, потому что пришли через этот опыт, и бывают такие очень вещи, почему они возникают даже у, ну, людей, кто на какой-то путь долго. В личной жизни? Ну, да, и, да, я немножко это общался, как бы, ну, старшие преданные. Can you kindly tell us, because you have so many associations with senior devotees, Prabhupada's disciples, and you experience also, if possible, to tell us about some difficult times in way or your own spiritual life, and how you or way overcome it, if at all such cases are. Well, Jayadvaita Swami tells about a difficult time he had in the Krishna consciousness movement when there was some problem with devotees. They were preaching that Prabhupada was God. Ну вот, например, Джайадвайта Махарадж рассказывал о трудностях, которые в его личной духовной жизни возникли в движении сознания Кришны, когда преданные начали некоторые проповедовать, что Прабхупада – это Бог. And he said he overcame the difficult time by taking shelter of the nectar of devotion, studying that book. И он преодолел эти тяжелые времена, изучая, приняв убежище у нектара преданности этой книги и изучая ее глубоко. Some other devotees they overcome their difficult times by constant chanting of the holy name. Некоторые преданные преодолевают тяжелые времена через постоянное воспевание святого имени. Doing more chant, at least increasing their chanting. Увеличивая свое воспевание. And so it's going to vary for different individuals how they react, how what they need to do in difficult times. Это зависит от конкретной личности, что ей нужно делать в ее трудное время. One devotee who was a very senior Prabhupada disciple, he was having difficulties and he went to Chaupati and he got the association of Radhanathaswami. He took shelter of Radhanathaswami. Один старший преданный ученик Прабхупады, когда у него пришли трудности, он принял прибежище в храме Чаупати у Радханатхасвами. So taking shelter of a senior devotee can also be very helpful. То есть также очень большую помощь может оказать при принятии убежища у старших преданных. So it's not fixed, not just one thing, but there are many different ways you may do. То есть нет какого-то конкретного вот способа, как преодолеть трудности. Можно по-разному это делать. But we have to recognize I'm in difficulty, I'm having problems, I have to do something. Но важно признать, я попал в беду, у меня проблемы, надо что-то с этим делать. So then you decide what you're going to do. I'm going to do more chanting. И вы решаете, что же теперь делать?
я буду больше воспевать. Or I'm going to study the books more. Или буду больше книги читать. Or I'm going to go and get some association, very strong association. Или буду стремиться к очень сильному общению. Some things like that. В таком духе. По поводу того же вопроса, я тоже, ну, вам Шимпал спрашивал про ямараджа, и я тоже думал, что ну, ямарадж решает и не только куда грешники идут, но куда и праведники. Вот про грешников понятно, там, за ними приходят ямадуты, их вытаскивают. А как ну, с праведниками происходит вот, смена тела, кто их провожает там, или они сами там как-то их несет какая-то волна, как это вот так хотелось бы более как бы, ясное видение. Can you elaborate on this or what is going on with pious people? Who judge or when? If it is not Yamaraj because I also what with it's Yamaraj's business. What can you give some details? What's going on with, after leaving their bodies? Well, like some people, they worship the ancestors and they elevate Pitriloka to the planet of the ancestors. Некоторые люди поклоняются предкам, и они возвышаются после смерти на их планету, на Питрилоке. Yamaraj is not involved. Yamaraj здесь ни при чем. They just go to Pitriloka, they're elevated. Они просто на Питрилоку попадают. We hear about different, like Nalakovera and Manigriva, they were in the body of trees, but then they came out of the tree body and then they went back to the heavenly planets. Например, вот история Нала-Кувера и Манигривы, они после этих тел деревьев, они сразу отправились в рай. This story about Nriga, Nriga, is it Maharaj punished him and said, well, take your pious credit first of all. Well, he was asked what he wanted. Did he want to suffer for his sins or did he want the results of his piety? He asked to suffer for his sins first. Just because he was sinful in this way. Because he'd made some mistake. Ну вот я про это вспомнил царя Нригу, он тоже и Мараджа его судил, хотя он был очень благочестивый. Чего хочешь сначала получить грехи или последствия грехов или праведности. Он выбрал грехи, но в данном случае он тоже за грехи к Имараджу заглянул. Хорошо, как вот, если человек не знает, что... You shouldn't worry so much about your pious activity. You should be more worried about our sins. Не надо сильно беспокоиться, Химилич тебе говорит, о своей благочестивой деятельности. Нужно о грехах подумать. Как вот вы относитесь к тому, что преданные изучают сами книги других ачарьев, вот, там, Лилы, Кришна Сокровенные и так далее, вот, Шримад Бхагава там читают других ачарьев. То есть, кто должен оценивать, могу я уже это переваривать или нет? И духовный учитель, старший преданный, или сам преданный может оценить, что мне это нормально, меня это не беспокоит. То есть, вот это вот, как говорится, хаджи, это человек, когда принимает, ну, думает, что Кришну можно достичь его умом. Am I fit for study different esoteric literatures, commentary of Bhagavatam, different acharyas instead of besides Prabhupada's books, some leelas, some stories and so on? Who should decide am I ready for this or not? Devotee himself, his spiritual master, or senior devotee? You should ask your spiritual master, ask your Diksha Guru, you should also ask your Shiksha Guru.
надо спросить, да, своего духовного учителя, Дикшагуру или Сейшикшагуру. And you should ask yourself, have you really studied Prabhupada's books? И также себя самого спросить, а ты действительно изучил все книги Прабхупады? You've not just read them once, but you've really studied them deeply. Что означает не просто, что ты даже один раз все прочитал, а изучил их глубоко. And then you should be cautious what you go into. You should be careful what kind of books you read. И потом ты также должен быть очень осторожным, внимательным с тем, какие книги ты теперь читаешь помимо Прабхупады. You hear from Prabhupada, you're not going. You know there's nothing wrong. Everything is perfect. Известно, что если слушать от Прабхупады, читать его, то 100% ничего с тобой плохого не может произойти по определению. But once you go away from Prabhupada and start reading other books, then you don't know. Но если уже как бы отходить от Прабхупады, читать и изучать другие книги, тут уже непонятно. So definitely you have to study all of Prabhupada's books very carefully. Одно несомненно, что нужно изучить все книги Прабхупады очень внимательно, тщательно. Да, мне вы сказали, что преданному не о чем беспокоиться. Ну, когда он Шилпа спросил, он сказал, что преданному не о чем беспокоиться. В каком смысле? Ну, в том смысле, что и Ямараджу они не попадают. Чем думать о грехах? Даже если грешный предан. Да, о грехах можно не думать. Махараджу напугал. Махараджу сказал. Are you a devotee? Are you a devotee? А ты преданный? Devotee doesn't just mean me put on neck beads. Преданный — это не тот, кто просто кантималу нацепил. Yeah, what kind of devotee are we? Какие мы преданные? We're trying to be devotees. Мы стараемся, конечно, стать преданными. Yeah, we're trying. We don't know how much what kind of devotee are we. Мы стараемся, но мы не знаем, какие мы преданные. Not so easy thing. Prabhupada said, not an easy thing to be a Vaishnava. Пада так говорил, это очень легко быть вайшнавом. It's actually Vaishnava. We have to be the Vaishnavas never go to Yamaraj, but it's not, Prabhupada said, not an easy thing to be a Vaishnava. То есть вайшнавы никогда не отправляются к Ямараджу, но Прабхупада сказал, что вайшнавам не просто то и быть. Вопрос, говорили, что преданный должен быть результатом, но вот все равно чувствуется, что те усилия, они как-то, я не чувствую удовлетворения от того, что получается в результате этого усилия. Все равно стоит, нужно продолжать или можно просто, как говорится, поменять уже? I took some service, but don't feel a satisfaction from the service. Should I continue with this? Or change this. Well, it has to be considered. Is somebody available to do the service? If you don't do it, is it convenient? Нужно тут рассмотреть, если, допустим, вы оставите свое служение, которое вам не нравится, сможет ли кто-то вместо вас это делать, заменить вас? Sometimes you have to do things which may not be so satisfying, but they're necessary. Иногда приходится делать вещи, которые могут и не нравиться, но их необходимо делать. So you have to consider everything in terms of time and place and circumstance. If you give up the service, who's going to do it? You don't find it satisfying, but maybe somebody else doesn't want to do it. Maybe they won't find it satisfying either. Вы недовольны своим служением, но и найдете такого другого, кто тоже
быть доволенным другими словами, он тоже может быть недоволен от этого служения. No, sometimes I don't find it satisfying chanting Hare Krishna. You have to keep chanting. Это же так же, как иногда Hare Krishna тоже иногда не очень нравится, но повторять, и что надо просить его. Sometimes it's just our mind is not satisfied. Actually, we should be satisfied serving Krishna, but our mind is not satisfied. Хотя сами мы должны быть рады от служения Кришне, иногда ум наш недоволен, ему не нравится. We have to control our mind. Мы должны контролировать наш ум. We have to understand this is service for Krishna. Мы должны понять, что это служение Кришне. We have to see the service you're doing and that relationship in the proper mode. То есть вот так надо смотреть, что мы же делаем служение Кришне. Правильное настроение должно быть. So often the problem is our mind. То есть часто проблемой является наш ум. Тут Алла задавала вопрос, так как он публично был задан касательно нашего храма, я тоже хочу ответить ему на этот вопрос. Ну, во-первых, если у кого-то какие-то есть замечания, ну, можно ко мне подходить и говорить об этом, потому что по просад ко мне никто не подходил, и Алла в том числе. Ну, насчет того раздавать, мы не раздавали. И сейчас и вопрос к Махараджу. А сейчас схема такая, если просад остается, его обычно, ну, например, днем, его на следующее утро для преданных оставляют и съедают. Редко остается, иногда бывает, конечно. Вот, поэтому мы не раздаем его, а оставляем для преданных. То есть нормально это или нет? Да, потому что у нас нет возможности много просады готовить сейчас и раздавать. Ну, экономическая ситуация такая сейчас правильная. Поэтому мы не раздаем, а оставляем для преданных. То есть его не выкидывают, а просто ну, на следующий день отдаешь себя. Нормально это или нет? Keep prasad, remaining prasad for the next day, next morning, and devotee take this prasad. We don't distribute some remnants immediately, but we keep it. For the next morning, for devotees, yeah. And devotees stayed. Is it okay? Yeah. Да, хорошо. А вчера сказали то, что если стоит при нем какое-то решение, значит у него были на то причины. А если, допустим, человек недоволен этим решением, и ему нужно идти готовить обед, и он находится в критическом состоянии, критикует преданный, ну и, соответственно, это решение, может ли он быть в таком сознании, можно кушать этот просад? Если temple council make some decision and some devotee don't satisfy with this decision and in this such a mood he goes to the kitchen and can start to cook prasadam. Is it possible to cook in such a mood and can we take such a prasadam? No, that's not allowed. Usually, most temples they won't allow people to just independently go into the kitchen. No, I mean not independently, but this devotee, he is not dissatisfied with some decision of temple council. Yeah. He is in an angry mood, upset mood, and in such mood, his turn now to cook in the kitchen, but his mood is very bad, and what to do? Can we take such prasadam? Well, it's up to you if you want to fast. Если хотите, можете попаститься, не принимать такой посыл. К его настроение это не передастся. This mood will enter to this person. Yeah, that's. Да, пойдет. Yeah, We should be the cooks are very important people. They should be in good consciousness. То есть повара это очень важные люди. Они должны быть в очень хорошем сознании. And the pujaris also. И то же самое по отношению к пуджари. Но других нету, поэтому мы принимаем любое служение преданное, даже как бы они его не делали. But we don't have many. Yeah, you don't have many. So no. you have to decide. Do you want to fast? Поэтому да, сколько много у вас нет, вы можете принимать или поститься. А вот еще говорите, что в процессе принятия просада
влияет, кто готовил, да, кто предлагал, также кто вкушает. И у меня вопрос, вот по последнему, кто вкушает, если просадом... Кто раздает? Кто раздает? А, кто вкушает? Ну, тогда вопрос. Кто вкушает тоже, это из лекции «Читание чанда» вчера, он говорит, что вкушает. Еще он не говорил, кто тебе забирает. Ну, вопрос. Вопрос, да, именно вот есть такой элемент, кто вкушает? If I take просадом, на что это влияет, не понимаю? Например, если просад остался после кого-то, неизвестно после кого, и я хочу спасти просад, который остался, да? То есть есть два варианта, либо выкинуть, поскольку неизвестно сказал, это влияет на сознание. Либо если я хочу спасти его, и даже несмотря на то, что кто-то непонятно кто его ел, я его спасаю. То есть будут ли негативные какие-то последствия или там. Так переживает об устроении, как будто это все вот ума. Прочел круг джапы и все. Нет ума настроения. It's up to you, you have to decide. Вы от вас сами решайте, от вас зависит само. Make the decision for yourself. Сами решайте. Not easy. Непростой вопрос. Are you taking the prasadam because you're hungry? Are you taking the prasadam because it's prasadam, because you don't want to waste it? He said that I want to save the prasadam. Want to save it? Yeah. Yeah, but at the same time, it may have been touched by some person who is a meat eater. You may be taking the remnants of somebody who's a meat eater, so you take their karma. Вы решайте сами, вот какой у вас мотив. Вы голодный просто, или вы хотите действительно спасти просадка. Вот, но тут сами решайте. Допустим, это остатки от какого-то мясоеда. И в таком случае вы даже карму примете. You take the remnants of someone, you may take their karma, some karma from them. Если вот такой человек греховный, то его карму примите тоже, вкусив такой просад. Вот даже несмотря на то, если я хочу спасти просад, но если он остался после, допустим, мясоеда, и он остался. Он тут сейф просадом, still, if it's after meat eaters, I will get some ritual. If it's been touched by them, if they've eaten from the same plate, yeah. Да, если он уже ел его вот с этой тарелки же, если я кушу, получу карму. Стоит ли сильно беспокоиться о том, что ума настроение, там у меня что-то с ним произойдет, от того, что я там съем за кем-то, или съем после там неквалифицированного повара или раздатчика? This is a serious consideration that if I take prasadam after cook who is not very nice consciousness or so. И как нейтрализовывать можно вот это умонастроение? Or we can somehow neutralize this mentality from cook. Yeah, we offer it to Krishna. Krishna neutralizes it. Krishna нейтрализует это настроение, мы же предлагаем Кришне. Тогда о чем беспокоиться? So what to worry about? In this case, well, but cook can be not proper mood. It means something. Well, Krishna may not accept the offering. You may offer it to Krishna. Will Krishna accept the offering? Но Кришна может и не принять. Вы его можете предложить, но он-то может и не принять, если он в таком плохом настроении приготовлен. А кто что-то? Ну, знаете, принял или нет? How can we recognize Krishna? Того, кто готовит. Well, why not just have a good, get the cook in good consciousness? Make sure the cook's in good consciousness. Take care of the cook and the pujaris. Заботьтесь о поварах и пуджари. Получается, умонастроение пуджари важнее, чтобы Кришна принял. It means consciousness of pujari is more important than consciousness of cook, because Krishna cannot accept. Both important. Оба важны. Both supposed to be
Brahmins, right? Оба предполагаются, что это браманы. Both important. Оба важны. А еще вот по поводу того, что там доедать за кем-то карму, это передается, да? А если, допустим, я ел, он поел, да, допустим, я отдаю, допустим, передаю даже тарелки, касаемся друг друга, получается обмен кармы? Among the devotees, karma also transmits. If I take prasadam and keep it to him, will he get my karma and my mentality? Devotees? Yeah. Yeah. Generally, we don't take remnants from other people. Да, обычно мы от других людей не едим остатки. Нет, не то, что остатки. Это костюм, он просто поел. Передавал посуду, сейчас я сквернила, да, ее же. Сказал то, что кантималы нужно носить в одной шее. Но есть такая тема, которую сказал, то, что нужно носить на уровне канхи. Плотную к шее, и все-таки нужно тут. Proper way to wear кантималы. Right. Touch with канта. No, there's a like Prabhupada said, like tight. Supposed to be tight. Да, вот like так, вот так плотно прилегать, не свисать. А еще то, что многие преданные сейчас, как бы, без разницы, сколько рядов кантималов носят, даже бывают новые или не девают, двух-трехрядные. Если, как бы, смысл... Раньше, допустим, было так, если инициировано, три ряда, пранама, два, а если просто, то преданные ходят, как бы, с всех этих планами, а к двери относили, а сейчас, как бы, нет, внимания не обращают. Так нормально? Как он вопрос? Но то, как что нужно подходить и поправлять, как бы говорит, как должно то, что быть. Или это как бы не имеет вообще никакого значения? Потому чтобы они были вообще. It is have some importance or not how many rounds of Kantimal people are there. Well, generally initiated should have at least three rounds. Инициаторы должны быть как минимум три ряда. Минимум. Should we correct devotees who, for example, an initiation, but three or more? That's okay. They can have more if they want. Ну, я перебил, хорошо. То есть нужно ли поправлять преданных? Он сказал, нет, не надо поправлять. Могут носить три или больше, как им нравится. А если не читать вообще никого, только 3-4 круга, это не знаю. But anybody can buy neck beads and put them on. You can't legislate. Ведь любой может нацепить, купить их и носить, как вы можете на них вообще это дело личное. Yeah, we sell them everywhere. Everybody. Я могу генеральский костюм одеть. Ты же не знаешь, что я генерал. Нет, просто раньше. Просто окей. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Bharat Yatra ki jai. Vishnu Maharaj ki jai. Russian devotees ki jai.